Как только наступает середина лета, зацветает борщевик – ядовитое растение. Внутри полого и хрупкого стебля опасный сок. При попадании его на кожу при дневном свете пораженный участок становится чувствительным к ультрафиолету в сотни раз. Возникает ожог. Надломить борщевик – секундное дело. Болезненные шрамы после полученных язв – память на всю жизнь. Зеленый монстр может привлечь внимание детворы, так как его стебли похожи на дудочки, так что предупредите своих детей об опасности. Если вы обожглись, то специалисты советуют пораженные места смазать мыльной пеной или спиртом. И самое главное, немедленно закройте язвочки от солнца. Обмотайте их, например, несколькими слоями одежды. И защищайте от солнечных лучей минимум двое суток.